Greetings. Так, что нам нужно в нем? Нам в нем нужен бурст, скорее всего, да? И колдаун. Колдаун. Так, я понял. Мастер Визард. Переключимся на огонь пока и возьмем. А что взять? Давайте единицу возьмем. Выглядит очень круто. Артур очень круто выглядит. Будет зеркало. Ну, скорее всего, да. А сейчас же все теперь по-новому. Сейчас же есть вот здесь еще тотем. Теперь Gold Fury другие. Ой, круто как вообще. Нам надо выиграть, ребята. Ты просто раз в раз заходил. Да, да, дед. Я не использовал ни VPN, ничего. Я очень долго пытался зайти. Мое уважение, Константин. Здравствуйте, здравствуйте, сударь. Красава бустер для подписчиков Изи. Ну, естественно, естественно. Не дай бог, я с тобой не сыграю. Здорово, Андрюха, здорово, Андрюх. Четыре мага и блан. А, у них четыре мага. Что-то там дает. Я думал, еще еще ульт придется юзнуть, типа. А почему он не бахнул сейчас ультом? Нужно что-то настакать, да, наверное. А кто тебе делал дизайн для Ютуба? Никто, я сам делал. Че, сильно нубской, да? А, этот вот так вот бахается, я понял. Как же я хочу этот скин, Ева, на Посейдошу. На соло тотема показать? Ну окей, окей. Так, все, у меня есть теперь телепорт. Телепорт это очень хорошо. Лол. Что предложили сделать в группах Ев? У него КД просто как будто нет на обилках. Здорово, здорово. А что, пусть мне тоже сделают, я только забуду. Я хочу теперь эту посмотреть. Стяги вашку. А, не, баннер мне делал человек отдельно. Я, короче, пушу мид, ибо мне похеру, я Мерлин. Окей, окей, добавлю сейчас, ребят, добавлю. Так, ну мне больше ледяной понравился пока что. Nice job. Nice job. С подписулями-то играть кайф. Как же он жарит. У него Валурс, по-моему, мне нравится. С Май тяжело играть. Слушай, да не особо. О, здорово, Кирилл. Здорово, дядь. Ну что, как там твое здоровье? Дела нормально? Да, дела нормально. С Майт, правда, тяжело заходить. А так все хорошо. Я зачем-то фиолетовую. Я хотел не фиолетовую выбрать. Нужно теперь привыкнуть к этой штуке.
А что появляется? А, это от Зевс. О, от Посейдона я был. Да, не особо тяжело. Я бы не сказал, что тяжело в смайт играть. Короче, для зачистки мне больше, конечно, ледяная форма нравится. Но, наверное, огненная попрофитнее, да, говорят, будет? Слушай, да пока шестой сезон только стартанул. Дождитесь, ребят, дождитесь новых гайдов. С сердцем большие проблемы, дядь, но это хуёво. Надо лечиться. Я уверен, что все будет нормально, конечно, но все равно такое себе. Лил. Battle Pass, да, конечно, купил. Мне ребята сразу закинули. Ну, как Team Erden. Слушай, играется пока что прикольно. Но меня никто не гангает, поэтому я не знаю, Димас. Урона, но у него прям много. Я сейчас хочу, конечно, кое-что попробовать. А, ну он уходит с линии, ладно. Тогда не хочу попробовать. Тогда минус вышка будет. Какой джангл? Ну вот это что, это... Ой, я, блин, случайно. А, слушай, сейчас мьют сделали на все, если я не ошибаюсь. Пару патчей назад это было. Поэтому вроде как можно сейчас все замьютить. Пора бы гангнуть. Я вот что думаю. Да, то, что Unreal заходить, это да. Здорово. Farewell and goodbye. Farewell and goodbye. Я понял про что-то. Хотел зайти, очень долго заходил, ребята, очень долго. Жесть, он просто... Надо Кукулькана пойти убить. Он что, под вышкой стоит? А этот уже можно бить? А чё мы не бьем этот? Чё, как? Ну, слушай, Мерлин очень прикольный. Блин, нужно помогать им. Ой, хорош. Дайте состилить. Я же стример. Ладно, не буду стилить у ребят. В игру всех не заходит. Да, да, для всех проблемы. Короче, мы пока будем баф давать для соло. Что, насколько я помню, тотем на соло баф дает. Поправьте, если, ну, если ошибся, ребят, пожалуйста, а то я не помню. Ха-ха. Лол.
как прокачаешь ульт, сможешь от него дамажить, если что. А, вот в чем дело. А я туплю. Блин, там драчка у нас. А, там хорошая драчка. Баф тому, кто его бил. А, серьезно? А почему не написано, что он дает? Ну и где они? An enemy has been slain. Sorry. The master with timing. Need healing. Ooh, this is a run. Enemy in the left jump. Be right back. Bye. Your team has destroyed a right enemy tower. Ah, хорош. The chill. The unknown. Ай, хорош. Так, ульт вкачал же уже вообще. Он такой жесткий, ребят. Очень жесткий. Фу-фу-фу-фу-фу. Пойду баф себе выбью. Да, билки на нее тоже доработают, короче. Как Мерлин, вообще огонь. Вообще огонь. Я хочу этот блинк взять. А че, я варды купил и не поставил ты оно. Давайте попробуем огненной стойкой бахать. Просто убегает. Окей. Подамажил, так. Yes. On my way. Хорош. Мне хочется слабый Мерлин. А чё, Gold Fury обычная первая, да? Блин, путаюсь в кнопочках. Какая-то трешня. Enemies would be so bold. An enemy has been slain. Очень круто. Очень много дамажит, я прям не верю. Отлично, отлично, ребятушки. Чего они не ливают, не понимаю. Уже давно сдались бы, да и все. Смотри. А, нет, смотри, не работает. Только автоатака, только автоатака. Как зашел? Очень больно зашел. Awesome.
Ну да, 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 да. Он вроде, я бы не сказал, что он прям настолько сильный, что ничего сделать с ним нельзя будет. Но сейчас просто прям перевес лютый в уровне. Так. Хорош, 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 убивай их. Хорош. He's immortal, ребят. Be careful, left. Attack. Okay. On my way. Где? Жесткий. Получено достижение, тихо. Тихо, ребят, достижение получено. Нормально, нормально. А еще нормально жарит он. Жестко мы нагнули Посейдона в миду, конечно, на нем. Какой-то он трэшовый, я бы сказал. Не знаю. Фиолетовая тоже нормальная. Блин, да короче, если грамотно комбинировать скиллы, он очень сильный получается. Очень сильный. Нужно еще кулдауна ему насобирать. Attack left lane. Да, да, мне дали. Ой, не так. А, или так. Хорош. С хэви бустом херачим тут. Full кдаун имба, да, еще жесткая. Что за звук был? Ульта убил. Так. Здорово, ёпта, здорово, ребят. Ой, тихо. Какой друг аниме? Короче, демеджа у него просто море. Ну, понятное дело, то, что есть разница в ловле огромная. Огромная. Но, блин. Он очень прикольно выглядит. Я хочу нового Gold Fury убить. Но магом ее не убить. Магом ее не убить, поэтому мы идем фармим вот это вот. Enemies incoming middle. On my way. On my way. Attack. No worries, matey. Need healing. An ally has been slain. On my way. It is unstoppable. Gank. Ему еще можно полик собрать.
Дай мне! Жесткий он. Что я сделал? На какое время отвечаем за ошибок на всех платформах, да. Барлин и СП. Ну, типа, он жесткий, все жесткий. Блин, я бы ему, знаете, еще что собрал? Какой-нибудь... Не знаю даже. Полик бы я бы ему собрал. А я не забыл штуку в ВК разослать. Я в смайт не мог зайти, поэтому играл не в смайт. И я что-то не стал. Хорошо. Мы проходили Prey of the Gods просто, типа. Потому что я в смайт просто овер много, не мог зайти очень долго. Я думаю, мы закончим. Варды там поставил по фану у них на базе прям. Да, 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 это лайв сервак. О, ну все. Да, 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 я помню. Но у меня еще нет фулл 6 слотов. Ай-ай. Ах ты жук. Короче, в масс замесах фиолетовую юзать вообще охерительно. Видели? Квадрокил. Две квадры. Здорово, здорово. Там максимальное качество 900, 960 должно быть, или что-то такое. Я поменял качество. Гем еще и аркан с огнем будут замедлить. Да, да. Типа после полика можно гем брать и... Потом меняем сапог на новую банку на это или что там нужно. А, берем предмет вместо сапога и юзаем банку на передвижение. Теперь есть. В смысле теперь? Она всегда была эта проблема с обходом. Да нет, точно сбалансированный персонаж. Совсем сбалансированный. Не, ну они, видишь, тут правильно. Они по левелу сильно отстали от меня. Хотя Кукулькан 18 левела, я его просто распилякал. Типа просто распилякал. Короче, мне понравилась фиолетовая стойка. Странно, что на Твиче 820, ребят, должно быть больше. Но главное, картинка не лагает, нормально. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Можно на изичах заканчивать. Вот такие катки, нормальная каточка. Еще и Мерлин просто огонь.